Ведь ты б у нас была царь-птица. не с похвал вскружилась голова. Вещунина с похвал вскружилась голова. От радости в забуды сперла. От радости в забу дыхание сперла. И на приветливые лисицы на слова и на приветливые лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло. Ворона каркнула во все воронье горло сыр выпал. С ним была плутовка такова. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Иван Крылов. Иван Крылов. Упражнение 1. Читайте и переводите. Упражнение 1. Читайте и переводите. Что это с ним? Кричит во все горло. По-моему, у него телефон из кармана выпал, когда он шел через мост. Что это с ним? Кричит во все горло. По-моему, у него телефон из кармана выпал, когда он шел через мост. Сколько тебе не тверди, что лучше делать это через агентство, тебе все не впрок. Сколько тебе не тверди, что лучше делать это через агентство, тебе все не впрок. Она так хороша, что у нее должен быть и английский голосок. Ерунда какая. Она вообще петь не умеет. Она так хороша, что у нее должен быть и английский голосок. Ерунда какая. Она вообще петь не умеет. Он пленил меня своими словами. Конечно. Листец всегда оттыщет уголок в сердце женщины. Он пленил меня своими словами. Конечно. Листец всегда оттыщет уголок в сердце женщины. Ах, плутовка! Я совсем уж собралась позавтракать, а она сказала, что кофе больше нет, так как хотела оставить его себе. Ах, плутовка! Я совсем уж собралась позавтракать, а она сказала, что кофе больше нет, так как хотела оставить его себе. Шестьдесят седьмой урок. Шестьдесят седьмой урок одна книга тысячи людей учат. Одна книга тысячи людей учит. Валер, посоветуй мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском. Только классики не надо, я уже начиталась. Валер, посоветуй мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском. Только классики не надо, я уже начиталась. Некоторые вещи очень понравились, типа Булгакова, Толстого, Чехова и Достоевского, но были и трудные тексты. Некоторые вещи очень понравились, типа Булгакова, Толстого, Чехова и Достоевского, но были и трудные тексты. Например, Пушкин и стихи, и проза, Гоголь. И Некрасов со своим «Кому на Руси жить хорошо» мне было сложновато. Я со словарем не расставалась. Например, Пушкин и стихи, и проза, Гоголь. И Некрасов со своим «Кому на Руси жить хорошо» мне было сложновато. Я со словарем не расставалась. Все понял. В классике ты уже спец. Теперь тебе надо почитать современников. Кого уже читала? Все понял. В классике ты уже спец. Теперь тебе надо почитать современников. Кого уже читала? Читала Сорокина «День опричника». Книга сложная, там много сленга, нецензурной лексики, но мне понравилось. Читала Сорокина «День опричника». Книга сложная, там много сленга, нецензурной лексики, но мне понравилось. Уважаю. Тогда можешь полистать Пелевина и жизни насекомых. Если крыша не поедет, то понравится. Уважаю. Тогда можешь полистать Пелевина и жизни насекомых. Если крыша не поедет, то понравится. У него вообще книги очень специфические, но есть своя публика, которых читает и считает их настоящей литературой. У него вообще книги очень специфические, но есть своя публика, которых читает и считает их настоящей литературой. Если любишь детективы, то смело можешь купить Дашкову, Донцову, Устинову или Маринину. Если любишь детективы, то смело можешь купить Дашкову, Донцову, Устинову или Маринину. Их очень активно уже несколько лет читают. Можно поспорить, что в метро найдешь хоть одного человека с их детективом. Их очень активно уже несколько лет читают. Можно поспорить, что в метро найдешь хоть одного человека с их детективом. «Ой, нет, спасибо, это совсем не мое. Я уж лучше фантастику почитаю. Братьев Стругацких или какого-нибудь Лукьяненко». «Ой, нет, спасибо, это совсем не мое. Я уж лучше фантастику почитаю. Братьев Стругацких или какого-нибудь Лукьяненко». Ну, кстати, да, у него есть неплохие забавные произведения, есть даже совсем коротенькие. Ну, кстати, да, у него есть неплохие забавные произведения, есть даже совсем коротенькие. Посоветуй мне что-нибудь такое задушевное. Посоветуй мне что-нибудь такое задушевное. Знаю. Тебе нужна Улицкая. У нее очень много разного чтива, а уж насчет задушевности слезы гарантирую. Знаю. Тебе нужна Улицкая. У нее очень много разного чтива, а уж насчет задушевности слезы гарантирую. Она доступна, понятно. А книги ее про жизнь. Она доступна, понятно. А книги ее про жизнь. Из недавнего прошлого могу посоветовать Давлатова, Набокова и Зошенко. Из недавнего прошлого могу посоветовать Давлатова, Набокова и Зошенко. А из совсем современных и любимых мною назову два имени ⁇ Борис Акунин и Евгений Гришковец. А из совсем современных и любимых мною назову два имени ⁇ Борис Акунин и Евгений Гришковец. Акунина обожаю. Он страшно продуктивен. Каждый год что-то выпускает, причем пишет под двумя разными именами. Акунина обожаю. Он страшно продуктивен. Каждый год что-то выпускает, причем пишет под двумя разными именами. Его цикл книг про Фандорина смаковал до последней строчки. Сюжет отменный, язык великолепный. Его цикл книг про Фандорина смаковал до последней строчки. Сюжет отменный, язык великолепный. А у Гришковца, актера, режиссера и писателя, очень разнообразная деятельность. Он еще и клипы записывает с некоторыми группами. А у Гришковца, актера, режиссера и писателя, очень разнообразная деятельность. Он еще и клипы записывает с некоторыми группами. Я бы сказал, его творчество отражает суть современной российской мысли. Я бы сказал, его творчество отражает суть современной российской мысли. Он пишет о чувствах и разных мелочах, из которых и состоит наша жизнь, но все так в точку. Он пишет о чувствах и разных мелочах, из которых и состоит наша жизнь, но все так в точку. Слушай, сделай одолжение. Давай ты пойдешь со мной в книжный, и под твоим чутким руководством мы там вместе навыбираем мне кучу книг. Слушай, сделай одолжение. Давай ты пойдешь со мной в книжный, и под твоим чутким руководством мы там вместе навыбираем мне кучу книг. Упражнение 1. Читайте и переводите. Упражнение 1. Читайте и переводите. Опять классику читаешь? Неужели еще не начиталась? Я уж лучше классику буду читать, чем твою глупую фантастику. Опять классику читаешь? Неужели еще не начиталась? Я уж лучше классику буду читать, чем твою глупую фантастику. Этот автор не только страшно продуктивен, он выпускает по книге в год, но еще и преподает в университете. Этот автор не только страшно продуктивен, он выпускает по книге в год, но еще и преподает в университете. О чем этот роман? О чувствах, о жизни, о мелочах, из которых она состоит. О чем этот роман? О чувствах, о жизни, о мелочах, из которых она состоит. Хочешь, посоветую тебе какой-нибудь детектив. Ой, нет, спасибо. Это совсем не мое. Хочешь, посоветую тебе какой-нибудь детектив. Ой, нет, спасибо. Это совсем не мое. Творчество этого автора отражает суть современной российской мысли. Книги его полны примеров из жизни. Творчество этого автора отражает суть современной российской мысли. Книги его полны примеров из жизни. Шестьдесят восьмой урок. Шестьдесят восьмой урок. Незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание закона не освобождает от ответственности. Российская Федерация. Россия ⁇ есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Российская Федерация. Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти ⁇ самостоятельны. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти ⁇ самостоятельны. Российская Федерация ⁇ светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Российская Федерация ⁇ светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства в соответствии с Конституцией и федеральными законами. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства в соответствии с Конституцией и федеральными законами. Президент избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президент избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. При вступлении в должность президент приносит присягу народу в торжественной обстановке. При вступлении в должность президент приносит присягу народу в торжественной обстановке. присутствии членов совета федерации депутатов государственной думы и судей конституционного суда присутствии членов совета федерации депутатов государственной думы и судей конституционного суда Федеральное собрание ⁇ Парламент Российской Федерации ⁇ является представительным и законодательным органом. Федеральное собрание ⁇ Парламент Российской Федерации ⁇ является представительным и законодательным органом. Оно состоит из двух палат ⁇ Совета Федерации и Государственной Думы. Оно состоит из двух палат ⁇ Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта Федерации. В Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта Федерации. по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. По одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ⁇ обязанность государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ⁇ обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Упражнение 1. Читайте и переводите. Упражнение 1. Читайте и переводите. Но о чем вы говорите? Это светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной. Но о чем вы говорите? Это светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной. Он не может быть избран президентом, так как ему еще нет 35 лет, да и последние 6 лет он жил в Англии. Он не может быть избран президентом, так как ему еще нет 35 лет, да и последние 6 лет он жил в Англии. Что значит я не знал? Незнание закона не освобождает от ответственности. Что значит я не знал? Незнание закона не освобождает от ответственности. Сколько депутатов в Государственной Думе? 450. Они избираются сроком на 5 лет. Сколько депутатов в Государственной Думе? 450. Они избираются сроком на 5 лет. Сегодня новый президент приносит присягу народу в присутствии депутатов Думы и судей Конституционного суда. Сегодня новый президент приносит присягу народу в присутствии депутатов Думы и судей Конституционного суда. Шестьдесят девятый урок. Шестьдесят девятый урок. Димн Димн. После развала Советского Союза и разоблачение многих политических деятелей и партии, после развала Советского Союза и разоблачения многих политических деятелей и партии. Глубоко политизированный гимн не мог больше являться официальным текстом страны. Глубоко политизированный гимн не мог больше являться официальным текстом страны. В течение десяти лет гимном выступала патриотическая песня великого композитора Михаила Глинки. В течение десяти лет гимном выступала патриотическая песня великого композитора Михаила Глинки. Но слов на эту песню так и не написали, а бессловесный гимн не нравился многим. Но слов на эту песню так и не написали, а бессловесный гимн не нравился многим. Спортсмены, например, жаловались на невозможность петь его во время Олимпийских игр. Спортсмены, например, жаловались на невозможность петь его во время Олимпийских игр. Поэтому с 2001 года у россиян появился новый гимн. Поэтому с 2001 года у россиян появился новый гимн. На самом деле музыку позаимствовали у советского гимна, а вот новые слова написал тот же поэт, что и для бывшего. На самом деле музыку позаимствовали у советского гимна, а вот новые слова написал тот же поэт, что и для бывшего. Россия священная наша держава. Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Россия любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Твое достояние на все времена. Припев. Славься, Отечество наше свободное. Припев. Славься, Отечество наше свободное. Братских народов Союз вековой Братских народов Союз вековой Предками данная мудрость народная. предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Славься, страна, мы гордимся тобой. От Южных морей до Полярного края, от Южных морей до Полярного края раскинулись наши леса и поля. Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая. Одна ты на свете, одна ты такая. Хранимая Богом родная земля. Хранимая Богом родная земля. Припев. Припев. Широкий простор для мечты и для жизни. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Как было, так есть и так будет всегда. Припев. Припев. Упражнение 1. Читайте и переводите. Упражнение 1. Читайте и переводите. Обожаю эту патриотическую песню. Она рассказывает о революции и борьбе народа с несправедливостью. Обожаю эту патриотическую песню. Она рассказывает о революции и борьбе народа с несправедливостью. Я горжусь своей страной, могучей и великой державой. Ты настоящий гражданин своего Отечества. Я горжусь своей страной, могучей и великой державой. Ты настоящий гражданин своего Отечества. Грядущие года открывают нам новые перспективы для развития данной отрасли. Грядущие года открывают нам новые перспективы для развития данной отрасли. После развала Советского Союза личности многих политических деятелей были разоблачены. После развала Советского Союза личности многих политических деятелей были разоблачены. Во время Олимпийских игр наши спортсмены пели гимн стоя. Они держали за руки и плакали. Во время Олимпийских игр наши спортсмены пели гимн стоя. Они держали за руки и плакали. Семидесятый урок. Семидесятый урок. Теперь дело за вами. Теперь дело за вами. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Последний урок этой книги подводит итог невероятной работе, которую вы проделали. Последний урок этой книги подводит итог невероятной работе, которую вы проделали. вы покорили падежи и спряжения и, без сомнений, стали тонкими знатоками рода существительных. Вы покорили падежи и спряжения и, без сомнений, стали тонкими знатоками рода существительных. Кириллица раскрыла вам все свои тайны, поэтому вы можете поражать непосвященных обычным прочтением следующих букв из алфавита. Уэфхатцечешеще. Кириллица раскрыла вам все свои тайны, поэтому вы можете поражать непосвященных обычным прочтением следующих букв из алфавита.

Должны признаться, что мы сами прибегаем к этому простому способу ипотажа аудиенции достаточно часто и срабатывает он каждый раз. Должны признаться, что мы сами прибегаем к этому простому способу ипотажа аудиенции достаточно часто и срабатывает он каждый раз. Вы достигли определенного уровня владения языком. Но не останавливайтесь на этом и не почивайте на лаврах. Вы достигли определенного уровня владения языком. Но не останавливайтесь на этом и не почивайте на лаврах. Язык ⁇ дело тонкое. Без заботы с вашей стороны, он начинает совершенно неожиданно выкидывать колено. Язык ⁇ дело тонкое. Без заботы с вашей стороны, он начинает совершенно неожиданно выкидывать колено. То склонение забудется, то неправильный глагол не вспомнится. То склонение забудется, то неправильный глагол не вспомнится. Самое простое средство против этой напасти – говорить на языке постоянно, приглашать в гости русских друзей и ходить к ним. Самое простое средство против этой напасти – говорить на языке постоянно, приглашать в гости русских друзей и ходить к ним. Минздрав предупреждает, Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает, Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. У вас пока еще нет русских друзей? Нашли, из-за чего расстраиваться. Это в наш-то безумный век интернета и социальных сетей? У вас пока еще нет русских друзей? Нашли, из-за чего расстраиваться. Это в наш-то безумный век интернета и социальных сетей? Ну а в ожидании он их, пожалуйте, будьте любезны. В кино, в театр. А если лень с дивана вставать, то соизвольте книжечку в рученьке. Ну а в ожидании он их, пожалуйте, будьте любезны. В кино, в театр. А если лень с дивана вставать, то соизвольте книжечку в рученьке. А если серьезно, книги ⁇ это лучший способ, совершенно незаметно для себя, развивать способность понимать и говорить. А если серьезно, книги ⁇ это лучший способ, совершенно незаметно для себя, развивать способность понимать и говорить. Не пытайтесь переводить каждое слово. Расслабьтесь и плывите по течению. Вы поймете главное и насладитесь чтением. Не пытайтесь переводить каждое слово. Расслабьтесь и плывите по течению. Вы поймете главное и насладитесь чтением. Самое важное ⁇ никогда не останавливаться на достигнутом. Вперед, за новыми приключениями. Самое важное ⁇ никогда не останавливаться на достигнутом. Вперед, за новыми приключениями. А уж со всеми авторами и певцами, которых мы советовали вам на протяжении всех этих уроков? А уж со всеми авторами и певцами, которых мы советовали вам на протяжении всех этих уроков? Вы обязательно найдете, чем заняться долгими зимними вечерами или когда погода, что хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. Вы обязательно найдете, чем заняться долгими зимними вечерами или когда погода, что хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. Россия ждет вас с распростертыми объятиями. Россия ждет вас с распростертыми объятиями. В добрый путь. В добрый путь.